Творец раскрывает нам все время все больше и больше наше желание получать. Я хотел узнать, как мы можем быть всегда соединены с десяткой и не терять цель посредством нашего усилия, а главное — посредством молитвы. Вы запишите, вот перед всеми вопросами запишите, можете ли вы решить эти вопросы объединением и молитвой. И тогда не будет вопросов, потому что все решается этим. Раф, я молюсь каждое мгновение, каждый день, но я всегда чувствую себя все больше отдаленным. Зависит, о чем ты молишься. И то, что ты чувствуешь себя все дальше и дальше, это, может быть, и правильный ответ, чтобы приблизить тебя. Может быть, это правильно, и Творец отвечает тебе точно, что тебе стоит почувствовать для правильного продвижения. Последний вопрос, Раф. Это верно жить свою жизнь материальную с страхом отдалиться от пути, от Творца, от десятки? Хорошо, что есть такой страх. Я боюсь отдалиться от десятки, от Творца, от товарищей. Конечно, это должно быть. Такой страх должен быть все время. Потому что я отдалился, все, кончилось. Я становлюсь животным, и... Но мы же видим, как наши товарищи нас оставляют, отключаются, да? Вся связь, которая была, может быть, не особо-то и связь это была, но когда отключают связь, начинают ненавидеть, пренебрегать тем, что у них было в нашей группе, насколько они становятся нашими врагами и вообще полностью противоположными. Это то, что пишет Рабаш, что вот эти ученики, которые были с нами и ушли, надо особенно остерегаться их и понимать, что они уже находятся в противоположной нам форме. Не может быть посередине, посередине между душа и клипа. Быть не может ничего. Или то, или это. Хорошо?